Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Ну, давай, прогружайся быстренько. Сейчас мы посмотрим, что мы можем пройти. Так, в последний раз мы прошли с тобой какой-то уровень на 3 звезды, это я точно помню. Так-с. Тут у нас 3 этапа непройденных, да? Здесь тоже не пройдено 3 этапа. Блин, я даже не знаю. Ну, давай попробуем, наверное, все-таки пиратов этих добить. Я, конечно, не уверен, что получится, но проходить-то все равно ведь надо. В бомжих, что, ребят, прикольно, то, что они... Ну, ты сам понимаешь, если они замахнулись, а они замахиваются, как видишь... То тут можно как бы спокойненько отбегать, пока они тут. Главное не попасть под удар. Вот они замахнулись, все, они будут стоять на месте, друзья мои. Эй! Бомжиха! Так, одну минус. Слушай, надо сюда вот, наверное, валун все-таки бомбануть. О, так она урон-то наносит нищебродский. Все, ребят. А вот это уже хуже. А вот это, ребята, уже хуже. Так. Это... Понял. Так, подожди, там, по-моему, пират пролетел, да? Да. Ну, давай его нахлобучиваем. Блин, там катапульт еще, что ли? Слушай, достало меня вот это вот. Как бы тебе это объяснить, а? Достало меня то, что там пираты. Лезу, блин, вне очереди. Да что ты не бьешь яйцо-то, блин? Ой, меня, блин, а яйцо-то бьет он. Блин, а. Так, это у нас в шапке прикольно, так что он должен нормально так, ребята, залечивать, по идее-то. Ну вот, опять. Вот опять, блин. Как же меня вот это раздражает. Как меня раздражают вот эти вот пираты, а? Что у нас там происходит? А у нас тут происходит, что бомжиха. У нас тут, друзья мои, происходит бомжиха. Ну, куда ты, куда? А что, у меня хилку подбили, что ли? Thank you.
Так где же, я же вызвал этого, где он? Где вот этот вот парень? Я не могу понять, блин, я же вызвал его. Его уже, блин, нету. Его уже нету, ребят. Это пиратка еще. Так, бомжуху наказали. Давай теперь пушку. Хорош. Сейчас вот этого накажем. А вот, друзья мои, тот самый портал. Мне главное 3 звездочки получить с него. Есть! Все, друзья мои, мы прошли на 3 звезды. О, Рэмбо в бочке, ребята, готов прокачаться. Это хорошо. Это прям замечательно. Рэмбо в бочке. Ну, он, не, правда, не очень часто у нас присутствует в игре, но тем не менее. Ах да, ах да, мы открываем с тобой в замок. Точнее, даже это не замок пока еще, а башня, друзья мои. Так, давай делаем улучшение, да? Прекрасно, ну что же, пойдем смотреть новые этапы. Нам надо будет, нифига себе, 14 звездочек. Ой, какой 14-то? 24? Это 24 звезды, чтобы открыть вот этот, ребята, последний, судя по всему, этап. Эх, была не была. Фига тут, ребята, что-то тут драконов надавали. Туповых каких-то, динозавров точнее. Так, давай, Пэтч, вали его. Нафиг столько много-то. Вы сейчас серьезно? Смотри. Оп. Меня нахлобучили, друзья. Прекрасно. Так, что мне еще сделать-то здесь? Наверное, этого все-таки призову. Офигенно, блин. Thank you.
Нифига он бью ударил. Да на него электричество как-то не особо хорошо действует. Огонь, да. Огонь более-менее еще, но электричество, увы, нет. Я сейчас вот этого, ребят, позову. Пускай бежит. Он не особо и топ-то, ребят, кто говорил. Он прям топ из топов. Да, я бы не сказал, что прям топ из топов. Да, тут что-то как-то ха-ха-ха. Блин, вот эти вот засранцы, ребята, тут очень сильно мешаются. Что делать? Ну, давай Пэтча позовем. И огненного Диметру нашего. Такой этапчик, я тебе скажу, ну, довольно не кислый. Так, пушкари. Не, пушкари, вы уж не борзеете тут сильно-то. Скажем так. Да, ребята, звезда, блин. А, нет. Нет, ребят, не получилось. Блин, там чуть-чуть буквально не хватило. Совсем маленький. Ай, блин, обидно. Ладно, будем знать, что на 3 звездочки здесь можно пройти. О, вот что. Бомбочка, ребята, у нас пошла на улучшение. Это хорошо. Это хорошо. Хватит ли у меня финансов прокачать ее? Это уже другой вопрос. Хватает. Блин. Эх, 3 звезды. Не получилось. Так, ну тут что-то совсем, ребята, армия захудалая какая-то, если честно. При нынешних раскладах, ребят, в плане. Ты видел, да? Он ударил его, но урона не нанес. Почему?
Так, шаманам здесь не место. Бежит, блин, супостат. Доигрался, блин. Звезданули, засмотрелся, как мои там хорошо бомбят. Да какой там хорошо бомбят. Ничего, ребят, хорошего там не было, блин. Иди отсюда, угу. Приперлась, блин. Угукает она уже мне там. Да чтоб тебе, блин, опять не повезло. Ну растудыть твою тудыть, а? Блин, уже бьют моих динозавриков. Нам надо вот этого, наверное, позвать за 55, который. Ну ёпара сете, ну явилась, блин, скотина эта. Тут я сам виноват, продержал. А. Блин, теперь главное этого короля бомжей вольнуть. Всех запинали, что ли? Ну почти всех запинали, ребята, они тут. Да твою-то, блин, ты что ты, рысь, блин. Блин, мне как будто больше всех надо. Лезу, блин, в самое пекло, блин. Там никого уже не осталось, наверное, да? Короля главное хлопнуть. А этих мелких распинаем и так, ребят. Да и ты. Блин, как же здесь не хватает Диметра, а, ребята, который, блин, массово бомбит. Вот Диметра здесь не хватает, это точно. Все хорошо, но вот Диметра нету. Я даже как-то, блин, без него уже не представляю тут нормальной баталии. Рыцарь этот, как всегда. Да, звезду отняли. Насколько я могу понимать, это, наверное, еще не последняя, ребят, звезда, которую мне отняли. Тут что-то уж больно уж как-то их дофига. Нахрап мощный, ребята, идет. Смотри. Вторая пошла, ребята, отниматься звездочка у меня. Они сами по себе очень сильные. Вот что я хочу сказать. Сами по себе они уже здесь очень сильные.
Раньше этот рыцарь у нас погибал, ребят, от одной электрической вот этой бомбы. Сейчас нифига. Сейчас он не падает. Значит, они действительно стали сильнее. Одну звезду, конечно. Фу. Уровень, я бы не сказал, ребята, что прям слишком сложный, но... как бы тебе это объяснить-то? Распределение. Ну, понимаешь, там первая заходка, ты как бы и прицениваешься. Да, было бы неплохо, но я воздержусь. Я не знаю, почему я воздержусь, ты шлема этого. Наверное, может быть, и надо было купить, когда тебе этот еще шанс выпадет, да? Твою налево, просто не дают ничего сделать. Ну там... он там ничего не делает, понял. Вот кто нам нужен, ребятушки. Огненный наш любимый стега. Мне пришлось взять удар на себя, иначе бы он, ребята... Ну какого лешего ты-то сюда бежишь? Ну, зашибись, они сюда еще три рыцаря поставили. Они еще туда три рыцаря поставили с копьями, конечно же, конечно же. Нам же и так живется здесь сладко, блин. Почему бы нам еще не подсластить пилюлю, блин, тремя этими дебильными рыцарями? С двумя, блин, бомжами. Твою налево, а. А что, они короля уже... Слушай. Они короля, ребята, ну! Есть! Ху-ху! Найс, ребята, успел. Хорошо, что был Рэмбо в бочке. Он вылетел, ребята, и пробил. Мои бы не успели бы добомбить ворота. Такс, отлично. Давай, громовой драго, блин, ты нам нужен. Ты нам нужен в прокачке. Так, а еще сундук, ребята. Не этот, а деревянный, который там был. За уровень, я имею в виду. А, редкий. Хорош. Отлично. Нормалек. Рэмбо в огне. Огненный шар. Оу, редкий шлем. Не эпический, ребята, но редкий шлем тоже, я тебе скажу, пойдет. О да, Димитрик. Прям как эта пилюля на мою душу. Надевай шлем. Красавчик. Ну, ребята, 60 к атаке при условии, что у него атака и так не кислая. 400
Так, а кто у нас имеет большую атаку? Давай посмотрим. Даже у Тирекса, ребята, нету 400 атаки. Даже у Плювика нету. Ни у кого нету, ребята, такой атаки, как у него. 400 там, с лишним. А нет, ошибаюсь, друзья мои. У Пэтчи, ребята, почти 700. Почти 700 к атаке, ребята. И это он имеет редкий шлем. Теперь представь, если ему напялить эпик. Но ты не забывай разницу. У этого 5 уровня, а у этого только первый. Я боюсь представить, что будет на 5 уровне у громового драга. Это надо будет все, ребят, только смотреть. Ну что у нас тут? Блин, опять дают мало этих. Одну электрическую и каменную. Тут еще и Тирекса воткнули. Тирекс вообще, по идее, ребята, должен быть как бы главным среди динозавров. Теперь понятно, почему он, ребят, тут все сносит. Вот сейчас он сюда распек, потом, блин, не сюда, я не знаю, как-то, ребят, тут. Твою налево явилась, блин. Я даже не успел, ребят. Я хотел сделать рывок и не успел. Опять сейчас завалит, а? А хотя тут пускай валит, ребят, тут. Тут недалеко, поэтому... Надо Диметр позвать. Он быстренько там разберется со всеми. С пушками, с этими... с этими солдатиками. Он дрищей этих вообще на раз, ребята, сжигает. Так, хочу призвать вот этого, ребят, уже. За 55. Да иди ты в трещину-то, козе, блин. Кстати, ты заметил, как Драга, друзья мои, бомжиху эту упорол? Ты, наверное, не обратил на это внимания, но я тебе скажу, что он ее упорол просто за 3 секунды. А вот с этой бомжихой мы с тобой тут елозим 3 часа, блин. Да. Да ладно, серьезно, портал уже. Нормально. Все идет, ребят, по плану. Вышел мультик. Переборщил немного с этим, с рывком. Ну, согласись, шикарно. Драга против бомжих — это просто идеально. Особенно, ребята, против бомжихи, которая в доспехах. Он ее просто на изи разрубает. А, ну правильно, он громовой. Он, видимо, электрический тоже, да? Поэтому он ее и сносит. А вот с этой вот, с обычной бомжихой, да. Пришлось там повозюкаться, конечно.
Ну что же, двигаемся дальше, друзья. Сундучок у нас здесь. Опять же редкий, да? Ох. Ребята, я остался без электрических. Вообще без электрических этих. А как я буду, блин, с рыцарями с этим драться? Ну, я так не играю, так нечестно. Чего тут сразу? Блин, стрелы, херелы, всякая чушь в тебя летит. Давай, Рамыч, уходи. Правильно, на бочке тут тоже надо. Зашибись, они там еще и этого рыцаря выставляют, ребят. Ну серьезно. Это урон вообще ни о чем. Ладно, давай дальше. Если тут давай сейчас будут бомжи их там электрических, я фиг знает, ребят. Как я с ними тут буду справляться? Да иди ты в пень, а не рыцарь, ребят, сюда. Рэмбо, ты по красоте сделал. Просто все сделал как надо. Мамонтом, конечно, бы надо. Ребятушки, еще бы. В плане звезду отнимаете. За что? Да почему ты в него-то, блин, бомбанул? Ай, старая карга. Пипец, я еще и дуплец. Я вторую. Не, ребят, тут что-то вообще по времени дают. Вообще мизер. Как? Так мало времени мне дают, и это. Я должен что, идти просто на пролом, что ли, блин? Вот это непонятно для меня, если честно. Да, уровень может быть не такой, конечно, длинный, но... Но он насыщенный именно бомжа... Вот эти вот, какие они против... Посмотри, даже мой стега с эпик-шлемом. Блин, сколько он должен по нему бомбить, чтобы его разобрать? Очень, может быть, какие-то рыцари эти? Да ладно, громовая драга. Это рад. Это радостная новость, ребята, что он хочет у нас прокачаться. Так, редкий сундук, да? Деревянный, блин. 700 монет, самоцветы, громовая драга еще дали, молния. О, да, ребят. Так, с деньгами-то у нас напряженка же, да? 14 минут. 12 тысяч.
Не слабо. Ну что, смотрим, ребята. Следующий этап. Ну вот опять, не, ну тут хотя бы драпа этого дали мне. Вот эти вот охламоны, ребята, они боятся огня. Вот молния для них-то фигня полная. Вот огонь. Да, серьезно, блин. Молодцы, придумали. Ладно, тут недалеко, ничего страшного. Давай, выбегаем, выбегаем все. Не стоим там по этим понорам. Да вы издеваетесь просто, блин, уже, а? Да на этого молнии ему вообще по барабану, на молнии. Только, блин, плювики его могут. Плювики вот с обычным уроном, который бомбят. Называется. Вот, друзья мои, для сравнения, сколько мы отнимаем у нее здоровья. Ты посмотри. Я думаю, тут без лишних слов и так все ясно. Конечно, еще давай сюда этого засунем. Ну, все, ребят. Тут предельно и так все ясно. Пираты. Всю мою армию сейчас просто разнесут. Ну ты посмотри, сколько мы наносим урона этой чертовой дурацкой бомжихе. Успокойся ты. Вот так вот. Ну, готов. А впереди еще сколько их там будет? Я боюсь даже представить. Этого, наверное, ну... Правильно, еще это идет, блин.
То, ну, конечно, ну. Конечно, друзья мои, ну а кто тут? Кто может тут еще идти? Король, конечно. Виват, блин. Я сейчас еще не... Я не представляю, кто там еще в этом сидит. В этой лодке, в дебильной. Че, копить на этого, что ли? Да кого разнесут, ребят? Его просто разнесут. Конечно, минус звезда, да еще, наверное, не одна. Король бомжей, блин. Да, твою, что ты рыдешь? Надо было того вызывать. А что он мне? Ну что он? Сначала нам придет сейчас. Он пока там спляшет, пока крикнет. В него пару копейщиков, ребята. А, он уже тут рядом. Ты все сам видел своими глазами. Просто отвал башки. Мне это напоминает какой-то отчаянный крик души, если честно. Потому что, ну, тут уже как-то все, ребят, по-моему. Просто какое-то издевательство. Дохнут, как мухи. Блин, только с одними справишься, ребята. Там еще следующие идут. Каких тут нафиг трех звездах говорить, даже. Ребята, я молчу. Лучше про эти три звезды. Просто я так и думал, что будет какая-то ерундовина, ребят. Когда тебе не дают электрические снаряды, и в то же время бомжи всякие на тебя нападают с электрическими и тому подобное. Естественно, ты... так и будет, блин. Кто их отменял? Да никто, блин. Вон, без остановки идут и идут, идут и идут. Порталом даже и не пахнет. Не, вот он портал, ребят, но все равно. Какой же вот этот беспонтовый, а? Ну, я не знаю, ребят. Он слишком долго делает манипуляции. Прыгнет, пока там пу-пу-пу-пу.
пока свою угрожающую стойку. А извини меня, когда там армия просто идет несметная, ну что ты сделаешь без стойки? Да ничего. Пока приготовятся, его, естественно, ребята и распетрушивают. Так, ну 3000 монет я, по-моему, ребят, заработал. Да? Награда же была 3000 монет. Если мне память сейчас не изменяет. Да, итого у нас 9. А нам нужно 12. Ну, давай смотреть. Еще не легче. Хотя... Нет, не то, ребят. Простите, но это не то. И они, как всегда, начинается вот это у них. Вот это вот бзик, блин. Ну кто там у тебя, блин? Кто там в бочке? Слушай, пришел бы ты, а? Издевательство, но самое настоящее, а? Конечно, три рыцаря, блин. Само собой начинает, ребята, разбомбить моих динозавров. Ну хоть так, блин. А этих всех моих подбили, да? Ой, нет, блин. Надо ее, ребят, контрить. Типа контрил называется. Успеем, друзьями, взять? Успел. Бомжик, отвали! Пэч, ну у тебя же самая мощная атака. Ну что ты? Готово, бомжиха. Пошли прочь. Да и блин, ну что ты будешь делать? Ну, друзья, ну... Ну, понятно все, короче. Тут все мне уже предельно стало ясно, ребят. Король сейчас с этими с бомбами, со своими дебильными. Тирекс нам не поможет тут. Мне так кажется, друзья мои. Я, конечно, попробую сейчас призвать, глянуть хотя бы где-то. Хотел же короля глянуть, призвать, блин. Ой, короля, чё уже говорю. А, он Тирекс уже вышел у нас.
Ну покажи Терек свою силу. Показал. Ну что ты будешь делать? Нет, ребят, тоже три звезды никак. Терекс вышел. Ну, против армии. Хотя там армия не очень-то большая была, но он не выдержал, ребят. Испытание. Проверку, блин. А вот уже и портал. Нет, все равно сложновато. Все равно сложновато. Но это, ребята, и можно понять. Мы с вами идем на опережение. Мы, блин, если честно говоря, мы опережаем. Я хрен знает сколько уровней с тобой. По прокачке именно. Именно по прокачке. Я, как говорится, это все равно, что как муравей против комара, блин. Ой, муравей против слона выступаем сейчас в данный момент. Это даже очень чувствуется. Это надо на месяца три забивать на игру, чисто заходить, получать сундуки, открывать, прокачиваться. И потом идти, как говорится, и выступать против них, против этих бомжей всех. Так, давай посмотрим что-нибудь из старого глянем. Так, пираты Карибского моря у нас тут. Да ладно, ты хочешь... Что, у нас все пройден, что ли? Вот тебе и новости, блин. У нас там все пройдено. У нас вот тут только один где-то уровень. Где он только здесь показывается? Вот отсюда, да? Я не знаю, давай попробуем. Тут акцент должен идти, ребята, на... По идее, на Плювика. Ну и, соответственно, Рэмбо, блин. Рэмбо в бочке, потому что... Пока альтернативы другой нету. Я вам что, груша для битья, что не пойму. Рэмбо сейчас устроит им там всем переполох, блин, в Лондоне. Не получилось, да, переполох сделать? Да, тут Рэмбо нужен. Как вы недороги, а? Так, ну, на Плювика, в принципе, ребят... На Плювика я, в принципе, насобирал. Мамонта, наверное, все-таки в первую очередь. Да я вижу, вижу, что идет, блин. Карга старая. Мы так отдуплились дружно.
Прям, я не знаю, знаешь, как это. По указочке. Так там еще этот деревянный вшивый дом, блин, на колесах прикатил. Плювик нужен. Плювик, Рэмбо и тому подобное. Я тебе скажу больше, ребята, он не спасает. Он не вытягивает. Он не вытягивает. Это говно, блин, дебильное тут лазит, понимаешь? Сбей ты его, а. Ну, тут только на рэмбочах, получается, нам надо. Ну, Рэмбо и вот этот вот. Я попробую сейчас эту пока швабру. Блин. Так, они разобрались. Хорош. Так, в минус тут домик. Опять ты. А, там еще и пушка прибыла, блин. Ты серьезно? И пушка, и катапульта, две бомжихи. Вы что, блин? Говнюки, вы что делаете, блин? Вы совсем, что ли, охренели, блин? Да тут, ребят, ну просто слов нету. Ну вы что, блин? Я спрашиваю, вы что делаете? Плюс еще пират здоровый там выперся. Башкой-то думайте, чувак. Они усложняют до охренения просто, ребята, уровень мне. Не, ну вы серьезно, а? Катапульты. Пушки. Ну а почему бы и нет, да? Чтоб жизнь малиной не казалась, блин.
плане катапульта ползет? Я же разнес ее, блин. Разве нет? Я же разносил эту катапульту лично, блин, в хлам, по-моему. Я не мог этого не сделать, блин. Ну вот, ребята, пошла звезда в минус. Я не могу сказать, что тут мало времени дают. Этого я абсолютно, ребят, сказать не могу. Но я могу сказать тебе точно, что тут слишком оборзевший этап. В плане то, что на меня здесь направляют. А направляют на меня, ты сам видел, что. Бомжихи, блин. Катапульты. И не хватило буквально, ну, немножечко, друзья, мы так скажем. Но, по-моему, на два уровня, на два этих у нас и так был пройден. Да. А, нет. Он был на одну звезду. Теперь мы прошли его на две. Мы прошли его теперь на две звезды. Ну, как-то так, друзья мои, как-то так. У нас вот этот этап еще, да? Тоже он пройден всего лишь на одну звезду. Посмотрим. Ну тут... Нормально он наносит урону. Так, Пэтчи, выходи. Да ну в плане, блин. Не в такт. Да ладно, блин, в бочку не попал. Ну, наконец-то. Так, мелких размозжили. Вот этого парня надо нам вызывать. Какая у меня слабая, ничтожная, ребята, атака в ближнем бою, а? Давай, Пэтчи, где ты там? Ты серьезно? Вы, блин, бомжих уже сюда послали. Блин, со здоровыми пиратами. Два здоровых, ребят, пирата.
Плюс арт-обстрел от этих идет. Да вы серьезно, блин? Да какого хрена ты этого дурика-то вызвала, блин? Тварь, блин. Здорово, дебил этого вызвала, блин. Чмоха, блин, а? Ебанка, блядь. Взяла, блядь, вызвала, блин. Обычно мелкие, блин, говнюки тут. Вызвала, блин. Тварь. Дебилка, блин, а? Просто дебилка, блин. Так, слов у меня нет нахрен на нее, блин. Эту тварь, блин. Вызывала, блин, опять она этих здоровых. Да как ты будешь его контролировать? Ну как ты будешь его контролировать, твою мать, а? Эту бомжиху. Она в каждой, блин, бочке, блин, затычка, блин. Вызывает, все время вызывает, ребят, вот этих здоровяков, блин. Тварюга, блин. Какие тут нафиг, ребята, три звезды, блин? Какие тут нахрен три звезды, блин, с таким, блин, подходом, блин? Вызывает тварь эту, блин, которая, блин, вызывает здоровых бомжей, блин. Пиратских, естественно. Попробуй, блин, ее как-то законтрить, блин. Ну и этап, а? Да. Слов нет у меня на это все. Два. Я не знаю тут. Каким тут надо быть прокачанным. Ладно, друзья мои, все. На сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.